Всем привет! Добро пожаловать на канал Кувалдыру. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас на обзоре новинка этого года. Аккумуляторная циркулярная пила от Bosch GKS-18V68GC. Рассмотрим ее со всех сторон, познакомимся поближе, посмотрим все плюшки, фишки, что она может, что не может, посмотрим все комплектации и цены. Кстати, о ценах. Пила ни разу не дешевая. Ну и заодно посмотрим, стоит она своих денег или нет. Ну и естественно, потестируем ее, сравним с сетевым аналогом, потому как она оснащена бесщеточным двигателем Biturbo, и это значит, что она претендует на прямую конкуренцию с сетевыми аналогами. Это мы и выясним, насколько она близко подобралась к сетевой пиле. Для начала кратко по характеристикам. Пила питается от 18-вольтовых аккумуляторов, оснащена по умолчанию 190-м диском, максимально мелкий диаметр можно поставить в 184 мм, глубину пропила она имеет 68 под углом 90 градусов и до 50 под углом 45 градусов. Размер площадки сейчас. Размер площадки заявлен как 264, ну, почти 270, верю, на 364. И здесь у нас 360, чуть покороче, чем заявлено, но это не критично. Угол наклона регулируется сзади одним барашком и впереди очень удобная ручка, фиксатор, который позволяет все это сделать очень легко. Очень легко читается указатель шкалы. То есть здесь промахнуться будет практически невозможно. Регулировка глубины пропила на этой пиле реализована вообще просто великолепно. Одной клавишей под большим пальцем. Раз, два, все. Шкала точно так же легко читается. Размечено до 70, по-моему, миллиметров, но 70 там не прописано, на ней как раз вот 68, это все, это край. Здесь как раз вот она выставлена на максимальную сейчас глубину пропила, 68. Собственно, у этой модели 68GC при помощи вот этой фишки Bosch Connectivity переключаются скорости, на которых можно задать разное количество оборотов. Есть также модель с индексом C. У нее есть возможность подключения Bluetooth, но отсутствует вот этот индикационный модуль. И там обороты не регулируются. Она также точно работает от аккумуляторов серии ProCore, точно так же с битурбованным двигателем, но работает только на максимальных оборотах. Это 5000. Здесь можно настраивать от 2500 до 5 с шагом в 100 оборотов. Теперь комплектации и цены. Пила, сразу скажу, не дешевая. Поставляется она в трех основных комплектациях. Это полный комплект. Стоит он бесконечно дорого, порядка 76 тысяч. Комплект из самой пилы L-бокса вкладыша стоит порядка 40 тысяч. Ну и, собственно, просто тушка в коробке. Все варианты комплектации и цен будут в описании к этому видео. Также эта пила может работать с шиной. Вот здесь, на самой подошве, есть две цветных отметки. Синяя и зеленая. По зеленой отметке здесь широкая дорожка. Мы видим. Она предназначена для работы с шинами фистул и мафель. Вторая, синяя, вот эта вот узенькая полосочка, предназначена для работы с шинами Bosch и Makita. Бошевские шины существуют, как вы знаете, от 800 до 3100 мм. Ценники на них варьируются от 5 до почти что 20 тысяч. Ссылки на товары будут также в описании к этому видео. Как и у большинства новинок от Bosch, на этой пиле есть возможность установить в рукоятку Bluetooth модуль. Сейчас выпускается 42-й модуль GCY-42. Эта пила может также работать с предыдущим 30-м модулем, но в обратную сторону это не работает, я это уже говорил. Собственно, для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы, если вы работаете с ламинированными покрытиями или с дорогими, с тонкими заготовками дорогой породы дерева, вам нужно будет выставить нужное количество оборотов. Если просто распускать какую-то, ну скажем, вот половую доску, то, соответственно, нужно будет меньшее количество зубьев на диске и большее количество оборотов. К примеру, на первой скорости мы работаем с ламинатом или, например, с ламинированным МДФ. Ну, фасады для кухни все знают. И на последней шестой скорости, на максимальной,
ну, в зависимости от того, сколько скоростей вы поставите. Мы работаем просто с деревяшкой, с меньшим, естественно, количеством зубьев на диске. Также добавлен режим эко. В инструкции прописано, что в этом режиме пила снижает количество оборотов диска, количество оборотов двигателя и тем самым позволяет сэкономить какое-то количество заряда в аккумуляторе. Но с другой стороны, что нам мешает просто выставить первую скорость с минимальным количеством оборотов и точно так же это сделать. Также эта пила оснащена функцией Brake System. Что это значит? Это значит, что диск останавливается практически моментально. Сейчас мы выставим ее на максимальные обороты, запустим и посмотрим, как она останавливается. Ну и, кстати, пока не начали тестировать, у компании Bosch есть акция. Можно на халяву заполучить либо хороший, мощный, емкий аккумулятор, либо какую-то сувенирку от Bosch при покупке 18-вольтового инструмента. Все подробности этой акции по ссылке в описании к видео. Переходим к самому интересному, к тестам. Пила комплектуется диском Expert 4Wood, но, к сожалению, мы его уже запороли. Поэтому поставили то, что было в наличии, это эко. Самый обычный диск, самый простой для распиловки дерева. Ну и раз уж моторы B-Turbo призваны встать в один ряд с сетевыми, то, соответственно, ей в соперники мы возьмем очень похожую пилу по всем характеристикам. Это у нас GKS 190. Точно так же, 190 пильный диск, EcoWood, 1400 потребляемая мощность, глубина пропила до 70. Оборотов, правда, немножко больше, 5500, но оснащена щеточным мотором в противовес новой бесщеточной. Для начала проведем небольшую предстартовую подготовку. Мы взяли два одинаковых абсолютно диска, установили их на пилы и посмотрим, насколько они ровно выставлены. Есть ли там 90 градусов или нет. Зазоров, как мы видим, практически никаких, точнее вообще никаких. Ну и теперь сетевая. Точно так же. Идеально ровно, никакого зазора. Вы видели, как мы сделали продольный рез на 2 метра. Сетевая оказалась чуть быстрее, прям буквально на 2 секунды. Но чтобы максимально показательным был тест на скорость реза, мы возьмем сейчас метровую доску и прогоним сначала аккумуляторную, потом сетевую. Я считаю, вот на метре дерева это будет наиболее показательно. У нас просто будет немного больше вводных данных для сравнения аккумуляторной и сетевой. Ну и потом еще прогоним несколько резов поперечных, сравним, насколько быстро они режут поперек волокон.
Алло, алло, слышно? Надо проверить один вещь. У обеих пил, которые мы взяли для тестов, у них есть патрубки для пылеотвода. Ну, здесь как бы все понятно. Тут опилки уходят под кожух и потом дальше высасываются пылесосом, либо просто выводятся. А вот интересно, есть ли у них такая вещь, как сдув опилок перед зоной пиления. Попробуем? А нет. Но она, ты видишь, вообще в принципе вперед не дует. Нет. Йоу! Фух! Мош! Ну, сетевую можно как воздуходувку использовать. Так, сейчас сделаем рез под 45 градусов, посмотрим, насколько она действительно 45 каждой пилой. Тут достаточно одного реза, просто проверить, насколько точно дает 45 градусов. Это именно на precision, так сказать, на точность. Вот эта вот ручка, она намного удобнее. То есть вот мне сейчас надо отрезать под 45 градусов. Я сейчас закрою все вентиляционные отверстия, либо, блин, я не знаю, куда мне деть вторую руку. Так, крайне неудобно. Здесь явно лучше, потому что она здесь просто дугой, я ее за нее возьмусь, и все, и вперед. А так что вот. У тебя с перчатками? Нет, мы уже говорили насчет перчаток. Перчатки у меня накрылись медным тазом при работе с болгарками. Ты просвет видишь? Нет. Я нет. Это у нас что было сейчас? Это у нас была сетевая. Да. Пожалуйста. Сейчас проверим, насколько точно можно выставить глубину пропила по вот этой вот шкале. Сейчас она стоит на максимальную глубину пропила, то есть вот 68, 65 плюс 3 миллиметра. Так, вот тебе 68 миллиметров. Ровненько, да? Ровненько. Дальше будем переставлять по 10 миллиметров. И сейчас я выставлю на 60, и также будем по 10 миллиметров просто перескакивать выше, 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 выше. А что по черчению было? По черчению у меня было неплохо. Здесь просто деревяшка, а там ты на листе чертишь. Есть разница. Ну и вот расскажи нам. В общем и целом, пила пилит очень точно. Погрешности в десятые доли миллиметра мы не будем, наверное, учитывать. Правильно я полагаю? Вот. Настраивается все это дело очень быстро. Ничего не надо ни крутить, ни вертеть. Никаких ни рычагов, нигде ничего нету. Просто нажал клавишу. Выставил нужную глубину по отчетливо читаемой шкале и спокойно запиливаешься на нужную глубину.
два предупреждения. Первое — о перегреве аккумулятора, второе — о том, что он сел. Итак, мы провели ряд тестов, познакомились поближе с новой пилой ГКС 18V68GC от Bosch. Вы видели, как она себя ведет на разных аккумуляторах, как она работает в сравнении с сетевой. Делитесь вашими мнениями в комментариях, нам это важно. Ставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Подписывайтесь на наш канал, если до сих пор не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вроде все. Всем пока. Пока не разошлись. Розыгрыш. Каждый раз, проводя розыгрыши, мы напоминаем о том, что у победителя есть 2 недели на то, чтобы отписаться и оставить свои контакты для получения подарков. Если человек не выходит на связь в течение этих 2 недель, то подарок мы переразыгрываем. Бейсболка и пауэрбанк с символикой компании Bosch. Больше месяца победитель розыгрыша не выходит на связь, не оставляет свои контакты. Ну, возможно, ему это просто не надо, или он просто мимо проходил и ляпнул комментарий. Поэтому мы переразыграем этот комплект и отдадим его тому, кому он действительно нужен. Условия до невозможности простые. Оставляете любой комментарий под этим видео с кодовой фразой «Дай Бош». Подробнее условия розыгрыша в описании к этому видео. Итоги подведем 7 мая, как раз к празднику. Ну, теперь точно все. Пауэрбанк, бейсболка, ну и дай Бош каждому.